еще подарок цветы покупать. Без машины поеду, поэтому надо. Там же еще без машины, да, пробки. А хотя выходной день. Суббота пробки все равно. Да ладно. Да, в воскресенье только на пробках. Ебать, бля! Регистратор сработал. Охренеть. Ты это видел, да? Да. Слышь, пареньки пьяные вообще. В жопу. Слышь, они походу ехали на красный, да? Вот эти на зеленый кто-то разворачивался. Ебать, что ли? Я первый раз в жизни видел. Я тоже. Вообще. Я никогда не видел вообще. А, меня стрясет, слушай. Что там принял жив, нет? Выехал на красный. Слышь, хочу, слышь. Девка, слышь. Слушай, мне бы, конечно, бы оставить телефон, чтобы. Зафиксировать. Да, 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 да. Я на самом деле давай остановимся, просто подойду. Давай, давай. Дам давай. Телефон. Чтобы. Давай, ну, давай, давай, выходи. На аварийку. Нет, включи. Сейчас до туда все-таки перейду. А, ну давай. Что там кто-то въебался, по-моему, нихуево. Ну, блядь, ну ты придурок тоже смотрит, блин, сейчас чуть меня не вперёд еще. Сейчас. Пиздец, вот сука, хочу, ебаный, блядь. Вообще просто кошмар. Блядь, один на красный нёсся. Хочу, нёсся. Сука, хуйню, ладно. Подожди, сейчас. Пиздец вообще. Да, конечно. Сука, хочу, ебаный пидор, блядь. Гондоны, блядь, пойди еще и руку, как ебаный. Не надо, подожди, сука. Сейчас. Сука. Блядь, сиди здесь, просто ты... нахуй. Подожди, бросит, мне нужно, блядь, телефон давать, поэтому ты сиди здесь. Сука, блядь, я вообще охуеваю, блядь. Так, мне сиди. Это очень. Ты мне нужен в машине, чтобы ты сидел. Ёбаные говнюки, блядь. Так. Сука, еще говорят, нах, расист, расист. Вот они, фу, блядь, гандоны. У меня же прямо трясучка. Сука. Это прикинь, сейчас ни пробок, ничего. Я постою по машине, ничего. Я просто еще эти сайты русские все время смотрю. И как бы Ой, понимаешь, что в каких-то моментах лучше, ну, видео, да, показать. Да, проблем нет. Блин, слушай, пришлешь мне, пожалуйста, ладно? Я тебе скину. Блин, то лося сбиваю. Тебе вообще везет. Бери нахуй этот видеорегистратор, чтобы не было ничего херни. Не, ну без регистратора тоже врезался там. Звук снимает? Да, все снимает. Весь нас мат. Я тебе еще покажу лося, блин, как мы. Там жестко мат. Там мата, блин. Я тут тоже матом ругался хронически. Блин, охренеть вообще. Да. Блин, я, честно говоря, первый раз в жизни не увидел аварию. Я первый раз в жизни увидел аварию. Ты что, сама участвовала? Да? Ну, как бы, да, с лосом было до этого. Блин, реально, блин, блин, ну это надо быть вообще мудаком. Знаешь, хотя, знаешь, вот с другой стороны, блин, ну, конечно, Юль, ну, честно говоря. А ты там разбил лоб, ну, там, я подошла. Не сильно, на самом деле. Все нормально, да, там, все нормально. Я говорю, я медик, мне там, если что, помощь нужна, они говорят, не, все нормально. Я говорю, знак аварийной остановки поставьте, иначе ваши штрафуют. Ага. То есть, если треугольник не стоит, но это перед гаечкой. Перекресток куда его ставить? Неважно. Просто поставить куда-нибудь. А, поставить со стороны. Ну да, там со стороны Лиговского надо ставить и со стороны площади. Так а если один знак положен по закону, один в багажнике у тебя? Да, ну две машины. И они в разных концах, в разных, ну, понятно, с разных сторон. И это, по-моему, 1000 рублей, если знака не будет. Да, один уже будет стоить вообще. Ну там другие тоже, знаешь, ехать могут. У тебя приключения, слушай. Запомни, дорога хорошая. Пустая. Я не пустая, цена очень насыщенная. Ну, с тобой же нормально на командировке. Что в тот прошлый раз там Фокс себе показывал, там тело клеило вместе с нами. Что в этот раз тут такие фишки? Ну, слава богу, все живо, стало плохо. Блять, пиздец. Что, тут тоже аварий? Ну, по-моему, в попочку моей рисовалась очень. Ну, да. Блин, охренеть. Я тут все довольно жестко был, реально, с мотором. Вместе с тобой, он с твоей стороны ехал, то есть как бы он ехал так, справа. И он решил проскочить, да, видимо?